Всем доброго времени суток! С вами Сальнет Машика, и сегодня у меня для вас новости на 13 число, 12 месяца 2022 года. Со свежим недельным сбросом уже появилась возможность забрать первый скин типа Протокол, который является ссылкой к Dark Sector. Совместим скин с обычными пистолетами, вещи типа лучевого оружия или парных пушек не подойдут. Звук стрельбы остается оригинальный, но анимации добавляются свои, например, как извлекаются гильзы или как проводится перезарядка. Еще есть и некий текст на пушке, но с моим разрешением его не различить. Если же вы попробуете скин этот покрасить, то появится символ Лотос. Быть может, что с помощью ежедневок получится забрать новый аргумент Зайлока на этой неделе. Что касается предложений, то можно отметить шлем Стенакса и орнамент Волка. Переходя к дропам этой недели, выдают нам архонтовые моды гарнизона Кахла, которых можно забрать до 3 штук. Можно ли это считать спойлером к новой войне или нет, хороший вопрос. Стримы сообщества также выдают декорации типа игрушки питомца и вазы Луа. Вы также могли заметить, что скидки на зимние наборы отображают цену в ноль платины. Вероятно, что это лишь баг интерфейса, потому халявы не ожидайте. Еще нам официально подтвердили, что эфемера с ветками достанется подписчикам сервиса Prime Gaming через несколько месяцев. Похоже, что здесь используют ту же технологию, что и для объятия Лока. К тому же любопытные ребята из Lotus Brewery показали нечто типа будущей лунной эфемеры, что выглядит недурно. Прогресс Тенобама уже имеется, однако до конца осталось лишь несколько дней, потому не ясно, успеем ли мы достичь предельный рубеж. Да и вообще странно, что мы уже почти половину шкалы заполнили, а награды до сих пор скрыты. Уже завтра прибудет прайм-доступ Барука. Недавно публиковали его концепт и модель, хотя мы уже видели фреймы в самой игре. Подозрительно, что до сих пор не показали его аксессуары, которыми должны быть санданы с эфемерой. Интересно, получим ли мы очередной трейлер от Баласа, хотя их уже начали стабильно выдавать. Для любителей халявы стоит отметить, что 2 декабря стало известно про 4 новых глобальных глифа. Ссылки на активацию я оставлю в описании. На этом от меня все, поэтому всем всего, всем удачи и всем пока.